Потенциал важного стратегического объекта и новые направления развития энергетического сектора были в фокусе внимания на публичном обсуждении строительства атомной электростанции в Казахстане, которая состоялась в Жезказгане. В нем приняли участие депутаты маслихатов различных уровней, представители общественности и местные экологи. Специалисты атомной энергетики разъяснили местным жителям интересующие их вопросы экологической безопасности реакторов и подготовки необходимых кадров. Эксперты отрасли отметили, что сегодня более чем 10 стран мира уже оценили преимущества АЭС по сравнению с традиционными электростанциями на твердом топливе. Напомню, вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане будет решаться путем проведения общенационального референдума. То, что сегодня такая дискуссия состоялась, это полезно, потому что люди в большинстве, конечно, не имеют такого, как информации по этому проекту. Ну, это такой специфический проект. Поскольку было принято решение о общенациональном референдуме, то мы идем, значит, и рассказываем.